Привет всем! Раз в неделю мы встречаемся с вами на канале Goodwill Строй для того, чтобы поговорить про ремонт и обо всем, что с ним связано. Сегодня я покажу вам очень классную евро-трешку, выполненную в современном стиле. Обещаю, будет много всего интересного, поэтому записывайте классные решения и применяйте их у себя. Так, а вот и пришел наш дизайнер интерьера. Пойдемте откроем. Так, бегу. Ага. Опа, Лера, привет! Привет! Давай пятерку. Слушай, пока я тебя здесь ждал, скажу так, прям вау-эффект. Стильно и очень уютно. Круто, я рада. Мне тоже нравится результат. Обалденно. Расскажи, пожалуйста, кто эти счастливчики, кто здесь живет? Здесь живет молодая семья с одним ребенком. Угу. Так, ну, судя по всему, интерьер такой уже обжитый. Ну да, они здесь живут около полугода. Давай расскажем нашим зрителям, что здесь изначально было, какая планировка. Изначально это была стандартная двухкомнатная квартира. Дом построен нефтестройиндустрией Юг. А здесь были две отдельные комнаты, спальня, гостиная, небольшая прихожая, раздельный санузел. Единственной особенностью этой квартиры была большая ленточная лоджия, которую мы решили использовать по максимуму. Так, ну и что у нас получилось? Ну и получилось, что мы сохранили для родителей спальню, для ребенка удобная детская комната. В прихожей мы выделили пространство под гардеробную. А пространство кухни-гостиной у нас изменилось. Мы объединили кухню с балконом и получилось около 20 квадратных метров. В результате около витража у нас там расположен удобный диван, а напротив ТВ-зона. Так, ну давай все показывать, рассказывать. С чего начнем? Давай с прихожей. Давай, что здесь у нас есть? Здесь у нас изначально было 12 квадратных метров, но так как мы придерживались в интерьере стиля минимализм, то мы оставили тут минимально предметов, то есть тут у нас есть консоль, зеркало и такой пуф. И все, остальные все вещи мы решили убрать в гардеробную. Для нее мы выстроили стены и декорировали эту стену шпанированными панелями натурального цвета дерева. Классно. Классно. Я так понимаю, что там находятся все зоны хранения, которые позволяют лишним вещам не находиться на виду. Все они там спрятаны. Да, все там максимально спрятано. Да, давай покажем. Так, здесь есть зона хранения для обуви, для верхней одежды, для всевозможных бытовых вещей. Вот у нас сегодня съемка, поэтому мы туда все от съемочного оборудования тоже сложили. С подсветочкой, все очень удобно. Красиво, вот за такими дверями. Это скрытые двери, правильно? Да, здесь в квартире везде использованы скрытые двери от компании Profil Doors. Серое гладкое полотно, теплый серый цвет. Так, супер. Ну что, пойдем дальше? Пойдем. Куда? Веди. В самое сердце дома меня ведешь? Да, это мое любимое помещение. Угу. Мы его увеличили, добавив площадь лоджии. Убрали оконно-балконный блок, демонтировали толстую стену. Конечно, это пространство мы утеплили балкон. Угу. Под керамогранитом положили электрический теплый пол, вынесли на бывшую лоджию такой большой радиатор. Холодно не будет, правильно понимаю? Холодно точно не будет, uh-huh. Здесь очень тепло. Отличный вид. Парапет балкона мы опускали, оставив минимальное пространство для того, чтобы разместить этот радиатор. Радиатор выкрасили в цвет дверей. Подоконник здесь бетонный. Давай покажем. Кстати, очень классный, приятно, да, у него тактильно. Интересная такая поверхность, и мы очень долго, тщательно подбирали цвет в цвет этого керамогранита на полу. За моей спиной находится ригель, где-то вот здесь. Для того, чтобы не терять это пространство, была предусмотрена вот такая мебельная конструкция. Здесь заказчики уже разместили книги, какие-то предметы декора. Также здесь есть вот блок сплит-системы. А напротив тоже есть мебельная конструкция с зонами хранения. Здесь предусмотрены полки, а также выведены розетки. Здесь будет кофемашина, а здесь электрический чайник, чтобы не занимать место в рабочей зоне кухни. Скажите, как вам такое решение? Напишите в комментариях. Так, я понимаю, именно вот эта зона, это у нас гостиная. А здесь у нас уже идет обеденная зона, зона кухни.
Да, то есть тут пространство разделено на зоны, где каждый найдет чем ему заняться. Можно на диване почитать книжку, либо посмотреть телевизор. Здесь прекрасный вид из окна, здесь собирается за столом вся семья. Наша заказчица очень любит готовить, и для нее было очень важно разместить тут максимум необходимой техники. Поэтому здесь есть и встроенная посудомоечная машина, такой духовой шкаф с функцией пара. А также было главным пожеланием разместить как можно дальше отодвинуть мойку от варочной поверхности, чтобы вот это рабочее пространство осталось свободным. Чтобы было много места для того, чтобы что-то готовить, делать, да? Да, конечно. Поэтому мы не побоялись и сдвинули эту варочную поверхность к холодильному блоку. Кстати, а так можно? Насколько это, ну, правильное решение, что они так близко? Ну, так как варочная поверхность у нас индукционная, поэтому она практически не греется. И, как вы видите, хозяева тут живут уже полгода, и никаких повреждений нет. Так, очень классная столешница. Я так понимаю, это такой цельный лист керамогранита. Да, это цельный крупноформатный керамогранит. Очень такой приятный теплый серый цвет. Поверхность под бетон. Он монтируется уже на объекте. Это такой довольно сложный и длительный процесс. Не знаешь, что нравится? Что? Мне, во-первых, нравится, что здесь нет никаких бортиков, бордюров, уголков, всего того, что часто бывает и о чем мы постоянно говорим. Да, это очень практично. То есть здесь две поверхности под углом 90 градусов стыкуются, эпоксидной затиркой затирается шов. Никакая вода, никакие другие вещи туда проникнуть не могут. Это очень практично, удобно. Да, 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 да. И еще мне нравится вот эта тема, что можно хоп. Очень легко вот наводить порядок. Да, наводить порядок, стряхивать все вот это ненужное прям туда, в раковину. Смеситель как тебе? Смеситель. Смеситель черный, крутой. Классный. Я так понимаю, здесь потому что не только вода, но и питьевая вода? Да, у него две функции, два крана. Здесь у нас обычная вода, которая моет посуду. Здесь питьевая вода. А также Амайкири встроенный дозатор для мыла. В качестве источников освещения здесь используется магнитный шинопровод, вот он над моей головой, а также светодиодная подсветка в ТВ-зоне. Еще один интересный момент, здесь есть витраж, о котором мы с вами говорили, и, конечно, предусмотрена ниша под шторы, но наши заказчики решили пока ничего не вешать шторы, дабы не закрывать этот вид. И не стесняйтесь, тоже напишите в комментариях, как считаете, нужно ли его закрывать или оставить как есть. Особенностью этой кухни также была расположена здесь веншахта, поэтому конфигурация ее не прямая. Здесь блок с встроенной духовкой у нас 60 сантиметров глубиной, а этот шкафчик поместился всего 20 сантиметров. И это пространство мы решили использовать для расположения бокалов. Слушай, ну здорово. Я предлагаю пройти посмотреть, какие здесь еще есть помещения. Пойдем. В квартире раздельный санузел. За этой дверью у нас расположен туалет. Как всегда, над инсталляцией мы размещаем узел учета. Давай посмотрим. Все необходимое есть. Я смотрю, здесь есть и фильтры грубой очистки воды, и система от протечек Нептун, которую часто применяем на объектах, показываем, еще проточный водонагреватель. Да, цвет двери мы выкрашивали, подбирали специально под пятнышки на плитке. Плитка это большая любовь хозяйки квартиры, это керамогранит с узором под терраца. Также по желаниям хозяев было разместить хоть небольшую, но все-таки здесь раковину. Уже в процессе ремонта мы решили ее сделать из бетона. Она отливается индивидуально по размерам. Ну и уже заказали потом тумбочку. Кстати, раковина из того же материала, что и подоконники, которые мы показали. Еще обратите внимание на смесители скрытого монтажа в таком черном стильном цвете. Мне кажется, очень здорово смотрится. Давай теперь пройдем в ванну. Посмотрим, что там у нас. В ванной здесь достаточно стандартная планировка. Мы разместили удобную ванну 80 сантиметров на 1,80 м. Здесь также смесители встроенного монтажа. Пафони, итальянский производитель.
очень качественные, есть зеркало с подсветкой, а также большой умывальник, также раковина из бетона серого цвета, цвет пятнышек на плитке, ну и наш яркий акцент, горчичный цвет. Слушай, такая классная и стильная ванна получилась, а это полотенцесушитель? Да, полотенцесушитель, тут есть крючочки. Это крючочки под полотенце? Да, под полотенце, здесь полки для всего необходимого, ну, мне кажется, все здесь удачно. Слушай, ну классно, классно. В отделке стен в этой квартире мы использовали безвоздушную окраску, в результате получилась очень гладкая матовая поверхность. На полу керамогранит, а также инженерная доска, потолок здесь из гипсокартона с нишами под шторы, а также светодиодную подсветку, все двери, а также плинтуса скрытого монтажа. Пойдем в детскую. Пойдем. Здесь мы рассматривали несколько вариантов планировки. Хотелось освободить как можно больше игрового пространства для ребенка, поэтому мы разместили большой вместительный шкаф для всего необходимого. Здесь есть и полки для одежды, и для игрушек. ТВ-зона выделена акцентным цветом. Стеллажи для книг. И вот такая большая столешница, на которой ребенок может удобно расположиться, учить уроки. Здесь очень хорошее освещение, за счет чего мы опустили немножко парапет окна, оконный блок. Окно заменялось. И в результате мы получили единую поверхность без зазоров, без стыка с подоконником. Также тут был вопрос о расположении розеток для компьютера. Мы сделали здесь внутрипольную розетку. Также разместили бризер, так как ребенок у нас аллергик. Бризер – это приточная система, которая также очищает воздух от аллергенов. Пару слов о бризере. Бризер – это такой прибор, который позволяет обеспечивать приток свежего воздуха с улицы, подогревать его до необходимой температуры, что особенно актуально в зимнее время года. Управляется такой прибор с помощью пульта, по сути, как в обычной сплит-системе. Также в нем есть фильтра, которые очищают воздух, что в свою очередь актуально, если в семье есть, например, аллергик, и вы просто не можете открыть окно, потому что там цветет какое-нибудь растение. В общем, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, для того, чтобы высыпаться, быть в классном настроении, нужно, чтобы в квартире всегда был свежий воздух. Собственно, для этого и нужен бризер. Вдоль этой стены мы расположили кровать. Над ней такой интересный акцентный светильник в форме молнии. А над рабочей зоной направлены точечные светильники. Основное освещение в помещении – магнитный шинопровод. В нем есть и встроенные светильники, называются Line, а также направленные споты. Здесь у нас хозяйская спальня. Изголовье мы декорировали с помощью мягких панелей и LDSP панелей. По эту сторону расположили большой вместительный шкаф. Здесь туалетный столик с пуфиком и ТВ-зона. Телевизора пока нет. Кстати, зеркало будет, раз это туалетный столик? Конечно, зеркало здесь позже появится, а также светильник. И такой большой стальной трубчатый радиатор. Да, так как мы объединяли пространство спальни с балконом, установили здесь такую стеклянную раздвижную перегородку. Была необходимость утеплить это помещение, а также убрали батарею от подоконного блока здесь и установили вертикальный радиатор, выкрасив его в цвет дверей. Кстати, друзья, на нашем канале есть ролик про радиаторы отопления, который мы записали совместно с экспертами о том, какие бывают радиаторы, чем они отличаются и какое лучше выбрать. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании к этому видео и посмотрите. Со стороны лоджии мы разобрали лицевой кирпич, таким образом немножко увеличив его площадь. Как я уже сказала, он был полностью утеплен, а под керамогранит уложен теплый пол. Окно заменили, опустили парапет, подоконник, как и на кухне, бетонный по индивидуальному заказу. И очень теплый радиатор здесь получилось, комфортное такое помещение даже для работы. Здесь расположили рабочее место хозяйки. А как вы думаете, что здесь?
Заказчики наши очень хотели иметь сушильную машину, но в стандартной двухкомнатной квартире разместить все очень сложно. Поэтому мы вынесли эту зону на лоджию, установили здесь такой глубокий вместительный шкаф и все хозяйственные принадлежности разместили в нем. Как тебе квартира, Дим? Слушай, как я тебе и сказал в самом начале, мне кажется, получилось очень стильно и уютно. Более того, мне было вдвойне интересно смотреть сегодня этот проект, потому что совсем недавно я получил ключи от квартиры, где практически точно такая же планировка. Кстати, по этому объекту у нас есть расчет стоимости работ, материалов, а также мебели. Поэтому, если вам интересно, напишите нам об этом в комментариях, и я лично вам его пришлю. Лер, спасибо тебе большое за то, что сегодня приехала, потратила свое время, провела для нас, наших зрителей, этот обзор. Я надеюсь, вам он понравился. Если это так, не забывайте нас поддержать, поставить лайк и подписаться. Спасибо тебе. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.